Возвращаемся к главной теме дня. Успех «Шерифа» в Лиге чемпионов. Ничья в Белграде подняла значимость ответной встречи до Лиги чемпионских небес. Исход Приднестровско-сербской битвы наши фанаты увидят на стадионе вживую. Билеты уже в продаже. Цена от 50 рублей. Лучше покупать сразу. Прогнозируют много желающих. На стадионе будет лимит по болельщикам. Занимать можно только места через одно. За два дня до матча «Шериф» должен был играть еще в чемпионате. Федерация перенесла поединок против «Динамо Авто» в субботу на 7 августа. У сербов ситуация чуть проще. Их игра чемпионата в пятницу. В Тирасполь сербские клубы приезжали дважды. «Партизан» выиграл, «Воеводина» проиграла. Каким окажется третий визит? Приходите 10 августа на стадион, узнаете первыми. Между тем, «Шериф» уже гарантировал европейскую осень. Осталось понять, какой из турниров привезет нам наш чемпион. Мечтаем, конечно, о Лиге чемпионов.